известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться выходу в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей. В эфире телевизионный канал NEVS TV. 36-я передача, и я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня мы с вами будем рассматривать очень исторически сложившуюся, давно-давно известную всем тему. Тема лень. Лень человеческая. Что такое лень? Вопросы в студии будет задавать моя соученица из Ростова-на-Дону Ладана. Всеслав Маркович, добрый день. А я буду по мере возможности отвечать на них, рассматривать и объяснять для вас, телезрители. Что ж, послушаем первый вопрос Ладаны. Практически каждый человек не раз сталкивался с таким состоянием, как лень. У каждого из нас есть какие-то свои дела, планы. Казалось бы, иди и делай. Да что тут далеко ходить, даже выйдя просто на улицу. Я часто слышу, как люди и жалуются, и возмущаются. У кого-то муж лежит целыми днями на диване и ничего не делает. А у кого-то ребенок учиться не желает. И вот свежий пример. Встречаю свою подругу, а она мне, представляете, жалуется на свою же собственную лень. Сама себе удивляется и рассказывает, что уже как год хочет научиться танцевать, а все откладывает. Всеслав Маркович, а вы можете объяснить, что же это такое лень? От чего и почему она возникает? Интересная ситуация. У одного хорошо получается трудиться физически, и про него нельзя сказать, что он в этом ленив. Но предложи, бывает, ему напрячь мозги, разобраться с техникой или же сыну уроки поможешь сделать. Так и не заставишь. Нет, говорит, это думать надо. А другому же, как острый нож, физическая работа, упражнения. Вот ему проще головой пошевелить. Всеслав Маркович, а правильно ли я думаю, что каждый ленив по-своему? И вообще, существуют ли разновидности лени? Или же ее смысл неизменен? Вот лень, она и есть лень. Лень существовала всегда. И народная поговорка говорит даже так, что лень вперед тебя родилась. Я думаю, что многие сейчас телезрители заулыбались. Известно, многим известно. Но тут надо разобраться, почему к лени подавляющее большинство людей относится отрицательно. Ну, я думаю, что понятно почему. Потому что я должен пахать, а он будет лежать, живот поглаживать, а потом это же кушать, то, что я напахал. Стрекоза, да, помните, басня? Лето красное пропело, оглянуться не успело, как уже и нужно отдыхать и кушать готовое, а она летом ничего не приготовила. То есть, получается, лень – это всегда как бы отрицательное что-то в мире людей. Но я вам скажу, что проще всегда высмеять и проще всегда оттолкнуть, отказаться от понимания, от рассмотрения. Это всегда проще. Так вообще, существует лень или нет? Давайте разберемся. Что ж такое лень? Каждый человек имеет при себе от рождения Богом даденное ему состояние, которое называется активность. Понятное дело, когда человек рождается, он
активно начинает что? Кричать, дышать, хотеть кушать и так далее. То есть активность, она от природы божественно вложена в каждого из нас. Другое дело, что эта активность со временем начинает утрачивать свои свойства. То есть в основе любой человеческой активности лежат, конечно, физиологические потребности. Да, как ни крути, именно физиологические потребности. Ну а что это такое? Это покушать, это чтобы тело в чистоте было, да, чтобы оно находилось в определенной температуре, то есть одежда, здание, где тело будет жить и вращаться, и работать там и так далее. Это и друзья какие-то, и родственники, и отношения, и даже секс, и многое другое. Все в этом мире для тела, понимаете? Все в этом мире для тела и для естественных потребностей, для физиологических потребностей. И понятное дело, что человек вынужден, чем бы он ни занимался, думать всегда, прежде всего, и отталкиваться всегда от физиологических потребностей. Даже если ему кажется, что он идет к Богу. Я не говорю, что впрямую кажется. На самом деле он уверен, что он идет к Богу и искренне молится там и так далее. То все равно в основе даже любви к Богу, даже в основе пути к Богу будет лежать физиологическая потребность. Как ни крути. Физиологическая потребность. Потому что на экране души мы всегда ощущаем какие-то эмоции. А эмоции – это тоже физика. Это тоже физика. Поэтому, когда у человека идут мурашки, он молится Богу и торжествующе к нему обращается и находится в этом медитативном состоянии, единении, как ему кажется, то он думает, что он высокодуховен. На самом деле в основе-то лежит опять физиология, как ни крути. И без нее он бы так и не понял, получает он от этого удовольствие или нет, нужно это ему или нет, и так далее. То есть все-таки физиология лежит в основе. Значит, мы с вами начинаем понимать, что активность дана от рождения каждому человеку, и в основе лежит физиология, чтобы эта активность поддерживалась. Но почему же не у всех она поддерживается на должном уровне? Человек развивается, один, другой, третий, десятый. И ему кажется, что он от физиологии ушел какому-то одному из них, да, из развивающихся. Что он уже там вот высокодуховный какой-то. А другой чисто физиология для семьи принести и покушать, заработать, одеть, обуть семью, дать образование, удовольствие, курорты, ну и так далее. И вот эта активность у кого-то начинает пропадать. Особенно с годами. Особенно с годами. Ну, говорят, выцветают эмоции. Как бы одно и то же не может радовать постоянно. И поэтому у человека эмоции начинают сглаживаться. И мир становится понятным и неинтересным. Вы знаете, вот я вспоминаю в этой связи известный, наверное, многим анекдот, а если нет, то вы сейчас его услышите. Значит, это река, небольшой островок. Две голых девушки там на островке появились. Двое ребят молодых, лет по 20, быстренько нырнули и поплыли к ним. А двое мужчин, лет по 40, сидят и говорят, зачем они туда нырнули и поплыли? Так они сейчас сами сюда переплывут. А еще двое мужчин, лет по 60, они сидят и говорят, зачем туда плыть? И отсюда хорошо видно. Вы понимаете? То есть вот как деградирует тот же мужчина, как деградирует человек, на этом анекдоте очень хорошо понятно. То есть с годами выцветает чувство, этим 20-летним нужно сейчас вот уже быстренько их пощупать, увидеть близко, да, прикоснуться и познакомиться и так далее и тому подобное.
А вот тем, которым уже по 40, они уже как бы с опытом умудренные, ну, мол, сейчас они сюда приедут, мы тут свои дорогие джипы покажем, денежку возьмем в руки, помашем кошельком, и они тут же переплывут сюда. А те, которым по 60, они вообще, им вообще-то неинтересно, им просто посмотреть, как в кинофильме, даже издалека. И они уже довольны этим, пойдут спать сладко, в теплую кроватку. То есть получается интересная очень здесь ситуация, что активность с годами у профанов, у людей, не посвященных таинству первопричины, пропадает. Вопрос, почему? Кто в этом виноват? И вообще виноват ли кто-нибудь? Врачи, доктора, так сказать, медицина скажет, ну, извините, пожалуйста, это чистая физиология. Со временем не выцветает удовольствие, ну, тоже сексуальное, а просто пропадает. Просто нет эрекции, просто не возникает тяги к противоположному полу, ну, и как бы совершенно другие интересы. Огород, сад, болезни, аптеки и так далее, и тому подобное. То есть медики так объясняют, философы объяснят по-другому, что мудрость пришла, и остальное уже не нужно. Да? Поэты объясняют, что выцвели чувства. Все. Одно и то же не может слушаться одинаково постоянно, а только будет выцветать до безразличия. И каждый объяснит по-своему. И многие скажут, ну, это вообще-то не лень. Да, вот видите, как интересно. Разве это можно назвать ленью? Ну, это же не лень получается. А с другой стороны, ведь эти же люди, вот те мужчины из анекдота, которым по 40, и те, которым по 60, вот если бы они вдруг нашли какие-то новые грани, захотели бы их найти, а их всегда можно найти, они бесконечные формы и грани, новые грани относительно этих двух девушек, которые там на островке появились обнаженные, то наверняка им бы также захотелось нырнуть и поплыть к ним, понимаете? Ну, какие-то могут быть грани. Ну, не знаю, допустим, это девушки суперизвестные какие-то. Там, ну, я так предполагаю, ну, скажем, модели какие-то, которые во всем мире известны. Или там киноактеры, актрисы. То они бы, может, уже даже и нырнули еще. К ним-то они приплывут, они. Видите? То есть стимул бы появился. А у 60-летних стимул бы появился, если бы те смогли профинансировать их, может, пенсию. Понимаете? Тогда бы они точно постарались бы доплыть до этого острова. То есть мы к чему приходим? Мы приходим к тому, что получается линии как таковой-то и даже физиологического угасания человечества не существует. Существует неправильный подход и неправильный взгляд на жизнь. Понимаете? Надо постоянно себя стимулировать. То есть необходим стимулятор. Если нет желания что-то делать, то человек и не будет делать. Вот Ладана говорит, там, ну, приходишь к человеку, а у него там грязно, да? Или там кто-то может физически работать, а кто-то только умственно. Мол, лень это или не лень? Но дело в том, что получается, лени-то как таковой не существует. У нее базы совершенно разные. А в итоге один и тот же исход. Найди стимулятор, найди правильное решение для появления желания, и человек тут же перестанет лениться. Допустим, человек болен. Ему никак не моготу сейчас встать и пойти начать генеральную уборку у себя дома, там полы помыть, подмести, он просто задохнется и упадет. Ну, плохо ему, понимаете? Ну, какая это лень? Это не лень, скажет, это болезнь. А с другой стороны, если он сейчас потихоньку начнет эту делать уборку, то он со временем выйдет и на физзарядку, и на пробежки, и на многое другое, и выздоровеет. Значит, получается, все-таки человек потихонечку себя как-то отпускает, что ли. Вот я наблюдал, недавно был свидетелем, за окном, смотрю, бегают девчонки, подростки.
То есть по утрам собираются там 3-5 девчонок и бегают вокруг домов. Ну, думаю, хорошо, молодцы. Вот с этого возраста начнут и проживут, ой-ой-ой, насколько дольше, может, на 20-30 лет, дольше, чем остальные люди, другие, которые не бегают. Ну, смотрю, побегали недельку, уже две бегают, еще через недельку одна, а еще через недельку вообще уже никто не бегает. Вы понимаете, почему это происходит? Вы скажете, да лень, матушка. Да нет, не лень. Нет стимула. Дело в том, что они еще, эти девчонки, не болели. Что им там по 13-15 лет, да? Они еще не болели. Им кажется, что они всегда такими будут здоровыми, всегда подтянутыми, молодыми, и все нормально. Ну, подумаешь, бегает она или не бегает. Мало ли там еще сказали. Ну, когда-нибудь, может, захочется бегать. А сейчас них, ну, не до этого. То есть у них нет сравнения, нет стимула, нет вот этого желания. Они не могут мыслить скоростно вперед и сравнивать, пробежаться по жизни вперед, даже с молоду, и посмотреть на себя со стороны, с других возрастов. Нет у них этого опыта, никто им не передавал с детства и в юности. И поэтому они не имеют вот этого стимула, желания что-то делать, то есть в том числе бегать. А когда уже припечет, а это когда-то наступит все равно, то они, может, и забудут о том, что надо бегать. Никто вовремя не подскажет. Следовательно, потом еще больше припечет, и так человек уже будет что в постели лежать, и лень, нет, не лень, ему будет не в моготу, плохо, чтобы встать и сделать генеральную уборку. Вы понимаете? То есть вот так человек и запускает себя, опускается полностью на дно болезни или каких-то разочарований. И так получается, лень имеет каждый человек, свою, что ли, как Ладана предлагает понимать, или же она всеобщая? Я вам скажу, она всеобщая. Да, всеобщая. В каком смысле слова? Да в самом прямом. Это отсутствие стимулятора, отсутствие желания что-то делать. Ну, известно, вот ребеночек, как ему не хочется спать. Он сразу и кушать хочет, и животик у него режет, и в туалет захотел, не хочется спать ложиться, да? А утром не поднимешь, как говорят родители. Почему ему вот не хочется? А посмотреть мультики вот сейчас, 12 часов ночи предложил, он будет до утра смотреть, понимаете? Желание появится. То есть, видите, уроки не хочет, а мультики, пожалуйста. Гулять, пожалуйста. А вот куда-то там пойти, что-то сделать дома, допустим, даже помочь маме уборку организовать в квартире, тоже лень. Почему это происходит? Нет стимула. Некоторые родители находятся там, типа начинают какую-то карманную денежку давать своим отпрыскам и детям, чтобы они помогали убирать там, по дому и не ленились. Но это, я вам скажу, не выход. По большому счету, люди должны соблюдать чистоту вокруг себя, понимая, что она нужна. И прежде всего, им нужна. Ибо как думаешь, так и живешь. Что вокруг тебя, то вокруг тебя. Понимаете? Если у вас дома бардак, то, значит, у вас и в голове может начаться бардак. Почему? А потому что вы в этот бардак упираетесь, и вам трудно оторваться от него, чтобы начать думать о чем-то более возвышенном, о чем-то более интересном, о чем-то нужном. Скорость мышления затормаживается, уменьшается там, где все захламлено. А где чистенько порядок, начинает человек освобождаться от этого пространства. Оно просто воспринимается как пятно, и он начинает думать о чем-то большем, и у него могут возникать желания. И все-таки я опять возвращаюсь к нашему первичному и главному выводу, что получается в основе так называемой лени у всех абсолютно лежит не имение желания что-то делать. То есть стимулятора нет. Скажи человеку, что ты получишь квартиру сейчас новую, но только ты должен вот это вот сейчас сделать. Он, если это взрослый человек, которому нужна квартира для проживания его семьи, он сделает даже самое невероятное. Как ни странно. Значит, получается, все-таки, мы же люди разумные, правильно? Надо находить вовремя, самому учиться находить стимулы для организации активности, которые от природы, от рождения, помните, я рассказывал в самом начале, от рождения дадено каждому, Богом дадено.
То есть надо постоянно заботиться о поддержании в себе той самой физиологической активности. Помните, что от нее все, от нее наш телесный домик, мы должны его поддерживать. Он хочет кушать. Он хочет быть чистеньким, его нужно помыть, он хочет быть наглаженным, одетым, он должен быть в какой-то квартире, там во дворце, ну и так далее. Да? То есть очень много-много чего хочет этот телесный домик. Ну и хорошо, а как же вы хотите, вы живете в мире физиологическом, физическом, значит, и надо прежде всего от него отталкиваться, а точнее учитывать это. Я не сказал вам, что высокодуховное – это плохо и что оно невозможно. Нет, оно возможно, но обязательно на базе физиологии, на Земле здесь. Да, а как вы хотите? Только на базе физиологии. Ну, нельзя, отрицая тело, да, перестать там кушать и еще что-то, и вдруг о высокодуховном думать. Ну, помрет человек, ну помрет и все. Что-то вот на Земле за все ее истории существования, ну, ни одного не нашлось такого человека, который бы смог доказать, что телесный домик ему нипочем совершенно, и он может жить без того, чтобы кушать, без того, чтобы дышать там, и так далее, и тому подобное. Обязательно все, как ни крути, даже те, которые уходили, ложились, как говорится, в могилу и говорили, чтобы их раскопали там через 70 лет и так далее. Все равно ведь они же не оживали, понимаете? Даже если тело там не совсем пропало, но оно все равно не оживает. Вы понимаете, в чем вот суть-то? Что получается, надо смотреть правде в глаза. Физиологическая активность – это основа любой высокодуховности. Любой совершенно. Если у вас беспорядок в физиологии, то будет беспорядок и в голове, и в духовности, и в чем хотите. Если вы сами небрежны к своему телу, то как же вы можете быть брежны и ласкательны, и устремлены, и активны по отношению к высокодуховности? Да нет же, конечно, такого не бывает. Это пародия будет, понимаете? Итак, мы с вами сделали вывод, что лень у всех одинаковая. Но к ней приходят люди по-разному. Одни вот впадают в болезни, помните, я говорил, девочки бегают, а потом перестают бегать. И потом такие же девочки лежат в постелях, больные и умирают. Понимаете, как интересно? То есть люди сами впадают вот в эту физиологическую неактивность и сами входят в это болото так называемой лени. Даже все болезни от лени, я вам скажу, все болезни тоже от лени. Запускается что-то, запускается и перерастает физиологическую проблему. Все проблемы ваши финансовые тоже от лени. Обязательно вы скажете, ой, да я в поте лица тружусь на трех работах и ничего не за... Ну, извините, пожалуйста, значит, вы не так трудитесь и не там трудитесь. Значит, вам нужно трудиться в другом месте. И, может быть, нужно было образование соответствующее поменять. Или друзей поменять. Или место жительства поменять. Много чего можно поменять. Значит, что-то не так делаете, понимаете? Не может, не бывает такого, чтобы человек не исправил какую-то ситуацию. Только в одном случае будет трудно ему исправлять ее, если его специально кто-то преследует. Ну, таких же не море, правильно, людей. Ну, какие-то единицы, да, но это исключение, мы их не рассматриваем. Мало ли кто может преследовать. Какие-то организации, какие-то органы там, конкретные люди. Ну, в конце концов, рок. Судьба, так называемая. Ну, и такие есть люди, конечно. Кстати, вы спросите, а карма? Можно ли преодолеть карму, если человеку положено лениться, то вот он и будет лениться. Вы знаете, в карме не прописано, что человек должен и обязан лениться. В карме, наоборот, прописано для всех одинаково. Человек обязан всегда работать и поддерживать активность физиологическую. Так что лень в карме не прописана. Сразу для всех я говорю. Вот, с экрана подумайте, почешите затылок, сделайте выводы соответствующие и приступайте к совершенствованию, к активности собственной. Значит, как еще, какие пути приводят к лени? Какие пути могут приводить к лени? Ну, элементарные. Человек, допустим, ему лень в общении сексуальном,
как говорят, менять позы какие-то, играть в какие-то ролевые игры. Ну, лень. Ну, побыстрее вот 3 минуты, как пиявка, отвалиться и спать. Ну, лень. И со временем вот из-за этой лени он становится импотентом. Понимаете? Потому что у него воображение перестает работать, а внутри нейронные связи все меньше, меньше, меньше связаны с сексом. Поэтому все в жизни у него уже не связано с сексом. И поэтому у него возникает импотенция, ему уже не нужен секс. А если у человека, у молодого человека, вот совсем 14 там, лет, 17, да, где гормоны играют, как белка в колесе, а у него же вообще все пронизано сексом, понимаете? Он смотрит на любые предметы и видит сексуальность. В любых словах тоже видит секс. То есть он везде это видит, и ему этого хочется. Поэтому у него и нейронные связи все перепачканы, в хорошем смысле слова, добротном, да? Если, конечно, не мешает ему жить, развиваться, получать образование, вот этой сексуальностью. А чем взрослее человек, тем меньше он обращает на это внимание, тем меньше это перепачкано, и тем меньше становится это главным, а как бы на десятые роли уходит. А когда это уходит на десятые роли, то есть желание быть с партнером, противоположным полом, да, с противоположным полом общаться телесно, когда это уходит на вторые, третьи, десятые роли, то и человек начинает деградировать, ему уже тогда ничего не нужно. Он уже не поэт, он уже не сочиняет стихи, и не только такие вот словесные стихи, а просто поступков у него поэтических уже нет, понимаете? Вот так-то и выцветает чувство. Вот так-то вы и начинаете так называемо лениться. Я вам скажу больше того, что после 40 лет, 30 даже, человек должен постоянно заниматься образованием. Просто все должны у меня сидеть и заниматься, чтобы голова работала. Сколько у меня таких примеров. Приходят люди, просто старушка из Подмосковья приехала на занятия, потом говорит, я тебе каждый день буду приезжать. Почему? Потому что она с печки слезла и говорит, все, Соло, спасибо огромное, низкий поклон, теперь я хочу жить. И буду жить столько, сколько захочу. И буду ездить на занятия, понимаете? То есть надо постоянно заниматься развитием головы. Особенно после 30 лет. Не стоять на месте. Потому что нейронные связи, они такие. И если вы хотите чем-то заниматься, то надо, чтобы ваши нейронные связи были все испачканы. Подчеркиваю, это авторское видение, да? Чтобы не воровали. А должны испачканы быть определенным смыслом и состоянием. Если вы занимаетесь, допустим, горнолыжным спортом, то у вас все, даже друзья, телефонные звонки и секс горнолыжный, как говорится. Ну, в общем, я шучу, ну, каждая шутка есть доля правды. То есть, чем больше пронизано пространство вашей жизни вот тем состоянием профессии или направлением бизнеса, которым вы занимаетесь, тем больше будете вы удачливы в этом. Понимаете? Это как вот про импотенцию я рассказывал, то же самое. Поэтому кто жалуется, что у него нет денег и возможности зарабатывать, значит, у него нейронные связи с работой связаны как? Он сидит и ждет, когда закончится эта неделя. Во, уже вечер пятницы, вот в интернете часто читаешь, вечер пятницы, уже пора домой, слава тебе, Господи. Все хотят быстрее убежать, сбежать с работы. Но если вы не пронизаны своей работой, своей профессией, то вы и зарабатывать не будете ничего. В жизни бывают разные ситуации. Иногда зайдешь к знакомому в гости и оказываешься в неловкой ситуации. И слышишь его оправдание типа «Извини, с утра уборку сделать не успел, не обращай внимания». Если бы ленивый не понимал, что у него грязно, то и не чувствовал бы себя сконфуженно, не смущался бы за свой беспорядок перед гостем. Может, беспорядок и порождает бездействие, подпитывает его, и чем больше беспорядка, тем больше не хочется его убирать? Да, Ладана, конечно. Чем больше беспорядка в теле, дома, где угодно, тем меньше хочется что-то делать. И как ни странно, но это абсолютный факт, правильно подметила Ладана, известная всем, я думаю, хоть раз в жизни, но каждый так поступал, когда делается уборка в квартире для того, чтобы пришли гости. Или для того, чтобы кому-то показаться хорошим,
совершенным, чистюлей, ну и так далее. Почему такое происходит? Почему для себя человек не хочет убирать, а для кого-то? Так мы же вот сейчас и говорили в предыдущих-то ответах. О чем? О стимуле. Что если каждый день будут гости приходить, то каждый день человек будет убирать. И в конце концов тянется, и это будет привычка у него. Но если он раз скажет, ой, извини, тут бардак, не обращай внимания, два скажет, три, а потом у него будет горы мусора, и он скажет, ну ты давай перепрыгивай через кучу, аккуратно. Или там, постой, так поговорим, уже не заходи, а то испачкаешься. Понимаете? То есть люди могут таким образом тоже опускаться даже, ну как сказать, на глазах таять в своем интеллекте, в своем совершенстве и в своей чистоте. Что я имею в виду? Если в гости приглашать одного и того же человека, то человек начинает привыкать к нему, и гость к нему, к хозяину, к которому ходят гости, тоже привыкать. И уже как бы там крошка на полу, ничего страшного, пятно грязное на шкафе, нет, да ладно, ничего. Посуда не помыта, ну не обращай внимания, мы же свои. То есть и так далее, и тому подобное. Чем больше человек втирается в доверие, чем больше видится, чем ближе он становится, тем уже спокойнее можно в его присутствии, как говорится, пукать, мявкать, тявкать, грязнить и все, что угодно делать. Понимаете? Поэтому приветствуется здесь новизна. В гости надо приглашать разных людей. И так приглашать, чтобы было действительно стыдно, что это вот потом узнают и на работе на тебя так будут смотреть, и во дворе будут соседи знать, и вообще в школе вдруг заговорят о том, что дети в грязи какой-то живут. Понимаете, могут их, как говорится, конфисковать детей. То есть надо так вот себя стимулировать, именно стимулировать, чтобы даже показывать чистоту, чтобы вот соблюдать ее. То есть все время стимул нужен. Вот почему есть такое понятие, как гостеприимные народы, да? Ну, есть народы очень гостеприимные. Ну, в частности, вот, допустим, донские казаки, там, кубанские казаки, ну просто казаки. В избе у них чистенько, и они очень рады низко поклоняться гостям, они любят гостей. Но любят, чтобы чистоту их увидели, оценили, понимаете? Они всегда соблюдают ее. То есть получается, нужен всегда стимул, нужен стимул. И этот стимул вы можете сами себе организовывать. Вот некоторые люди даже берут и веб-камеру ставят, и в квартире живут, а веб-камера все транслирует постоянно, все 24 часа в сутки, все их действия домашние в интернет. И все, кто желает, может подключаться и смотреть. Ну, как вот окна, да, типа окна передачи была давно на центральном телевидении у нас в России организована. То есть, другими словами, получается, нужно придумывать какой-то все время стимул. Да, права Ладана, что когда человек опускается, то есть не перестает убирать, то это то, что он не убирает, уже начинает на него давить так, что он уже потом и не хочет это убирать, и он просто уже уходит в ничто. И вот очень важно вот эти стимулы себе уметь организовывать. Неважно, больны вы или здоровы, есть у вас время на это или нет, устанете вы или нет, покушали вы или нет, встаньте и сделайте это, и увидите, вам уже станет легче. Нужно соблюдать природную от Бога даденную физиологическую активность. Не забывайте об этом. Ну что ж, послушаем следующий вопрос Ладаны. Выхожу на улицу и практически каждый день ужасаюсь от грязи и беспорядка, и повсеместно переломанным асфальту, фонарям, газонам и так далее. Может ли беспорядок на уровне государства влиять на человека? Как будут жить люди в такой стране? Государственный беспорядок, конечно, будет влиять на каждого гражданина такого государства. Конечно, это неприятно, я и сам это вижу, когда выхожу на улицу, что идешь и лавочки ни одной нет, что везде мусор. Вот сегодня я даже прогуливался, смотрю, остановка, и ни одной урны, абсолютно ни одной урны.
мужчина с ребеночком сока дал ребеночку и не знает, куда пакетик этот деть от сока. Куда? Ну, аккуратненько поставил его возле газона и все. И ушел. Спрашивается, а почему нет? А если и есть какая-то урна, то она так перегружена, что вокруг нее уже чуть ли не какать начинают, понимаете, по ночам. Ну, так же нельзя. И вот вопрос, почему? Там фонари не горят, как говорит Ладана, там асфальт переломанный, там лужи везде, грязь, подъезды все разбитые, да, исцарапанные и так далее, не покрашенные. То есть можно ли назвать это ленью и влияет ли это на жизнь человека? То, что влияет на жизнь человека, это, конечно, и из-за этого некоторые люди даже уезжают из страны, я скажу. Я не говорю, правильно не делать или нет, но я сейчас говорю о другом. Дело в том, что, например, я никогда не молчу. Вот смотрите, я сегодня увидел пакетик, и видите, я уже это применил в передаче, чтобы люди знали об этом. И не просто знали, а те, кто смотрит передачу и повыше, и в государственных структурах, то, естественно, начнут чесать затылок и думать. Я не молчу. Вы молчите или нет? Вот вы, телезрители, каждый из вас, подумайте. Чем больше вы будете молчать, тем больше будет вот этого бардака, извините. Вот этой грязи на улицах, вот этого неуютного, дискомфортного состояния на улицах. Надо не молчать. Для этого существуют сегодня уж и интерактивные сайты специальные, где можно написать заявление, даже анонимные подать какие-то, и звонки позвонить, можно сказать, и собраться коллективно, просто прохожих на улице собрали, подписали и заявление подали. Понимаете? То есть надо не молчать. То есть нужен стимул для тех начальников, которые за это отвечают. Это не потому, что денег нет. В основном это потому, что безобразие, нет контроля. А раз нет контроля, возникают свободные средства. Правильно? Их же не тратят на приобретение лавочек, на освещение улиц, на ремонт асфальта. А раз их не тратят, возникают свободные средства. И эти свободные средства стимулируют что? Воровство, казнократство. Куда бы тогда и как-то списать, применить? Вот я был недавно свидетелем, да, удивительного события. Если кто-то мне из госструктур позвонит, я скажу, где это, прям адрес назову. Кто там делал, как? Вы знаете, это надо было видеть. То есть кому-то нужно было списать средства, которые накопились. Вызвали такие небольшие тракторы, да, на колесиках с ковшами. И они начали... Нормальные совершенно бордюры, окантовки, да, на дороге, на улице, выламывать. Но не все. А так вот выборочно. Некоторые повыламывали, а я иду, говорю, а зачем вы выламываете? Ну, говорит, ну новые поставим. А я говорю, а эти-то нормальные, что их выламывать? Ну, говорит, видимо, сделают. Ну, то есть рабочий пожал плечами, а мы-то что, исполнители? То есть... Кому-то понадобились средства, их нужно списать, чтобы бордюры поменяли все везде, да? Бордюры поменяли на улице. А на самом деле никто ничего не менял, там повыковырили несколько штук, и все. А люди как бы видели, да, меняли, да, меняли. Вот так у нас получается казнократство возникает. Почему? Еще раз подчеркиваю сейчас. Чтобы у меня услышали, уважаемые госслужащие. Когда лавочки не покупаются, фонари не ремонтируются, асфальт дырявый и многое другое, то средства-то остаются, они же не тратятся. Что с ними делать, скажите? Их же просто спишут к Новому году или когда там, да, по статьям. Тогда нужно что, сделать видимость и как-то их прикарманить. Что стимулируется этим? Стимулируется казнократство, воровство. А почему они лавочки не делают? А потому что вы, прохожие, вы, жители этих домов и этих улиц, молчите. Вы молчите, понимаете? А вы должны быть стимулом. Вы должны тут же что-то написать, позвонить, прийти и потребовать, наконец. Существуют законы. И если все об этом начнут говорить, то будет чистенько, то будет где сидеть на улице, на лавочках, и урны будут на месте стоять, и асфальт чистенький, ровненький, положенный.
Все зависит именно от вашей активности. Где она, эта активность? А когда вы эту активность не проявляете на улице, значит, вы ее не проявляете уже с таким же, вот, говорится, спокойствием и дома, и в своей жизни, и по отношению к здоровью к собственному, и так далее, и тому подобное. Это вот и есть ваше запущение. Когда вы молчите, и у вас нет страсти не видеть вот эту грязь, да, нет, вы не хотите быть протестантом, то, естественно, раз вы не такой, то и по жизни вы начинаете болеть, и стареть, и деградировать, и умирать. От активного образа жизни еще никто не умирал раньше. Практически не умирал. Как один доктор сказал, я не помню, кто это вот так сказал, какую-то передачу я смотрел, по-моему, что... или читал в интернете где-то, что от активного образа жизни умерло гораздо меньше людей, чем от пассивного. Когда человек ничего не делает, ни физзарядки, ни активность, не проявляет активность, то он умирает быстрее гораздо, чем он будет активен, даже если у него там с сердцем не лады и так далее. Если он будет активен, ну, в меру, естественно, да, в пределах разумного, то он будет жить все равно дольше, как ни крути. Значит, получается, конечно, влияет на вашу конкретную жизнь, если вы вокруг терпите бардак, то и у вас в жизни бардак, и в здоровье везде. Не молчите! Идите и требуйте. Сейчас тем более времена такие, что вы можете потребовать, можете сплотиться, можете написать заявление, позвонить, приехать, вызвать телевидение, что угодно. И неправда, что на вас никто не обратит внимания. Неправда! Народ – это большая сила. Вы и есть власть в этой стране. Послушаем следующий вопрос, Ладана. Почему человеку, скажем, сделать прическу для себя или же убрать в квартире для себя и вообще следить за собой или же за своим автомобилем для себя? Очень часто может быть лень. А вот случись для других сделать себе прическу, для гостей, скажем, или же навести дома порядок. Тут вот в основном всегда «пожалуйста». Так что же является стимулом преодоления лени в таких ситуациях? Ожидание похвалы, гордыня или же что другое? Ладана, вопрос очень важный, своевременный и интересный. Дело в том, что когда человек для кого-то что-то делает, убирает дома или в автомобиле чистит, пыль, грязь убирает, то это уже мы разбирали и понятно, стимул у него появляется. А вот для себя стимула нет, говорит Ладан. Для того, чтобы появился стимул для себя, у человека должна появиться игра такая интересная, новая. Понимаете? То есть вот как живут обычные непосвященные таинство первопричины люди, профаны. Они живут и стимулируются за счет других людей. То есть вот машину он девушку посадит или бабушку, или кого-то, тогда он будет чистенько все соблюдать, потому что бабушка денежку подписала ему, да, а девушка что-то обещала ему. То есть у него есть стимул, а вот для себя он не хочет. Так вот, чтобы для себя был стимул, для этого человек должен уже жить в другом измерении, как бы. Он должен понимать, что вообще-то он живет в мире собственных мыслей, в мире собственного предметно-беспредметного сознания, развернутого вокруг него, что все, что он видит, это всего лишь мысли его. Если он даже закроет глаза и не будет что-то видеть, все равно это все его мысли. И вот тогда он поймет, что перед кем-то стимулироваться или перед собой лично, какая разница? Разницы никакой совершенно. И вот когда он в эту игру научится играть, что он живет в мире собственного сознания, а это наше учение, логика предметно-беспредметных островов, именно этому и учит, приходите заниматься, и вы поймете и получите этот стимул. Тогда у вас все будет хорошо. То есть игра нужна, понимаете? Вот эта игра, но она не игра, она и есть правда. Она и есть единственная в жизни и в мире правда. Вы живете в мире собственного сознания. Вот к чему нужно приходить. И тогда никакой не будет разницы, перед кошкой стимулироваться, перед закатом солнца, перед облаком, для облака убирать в квартире. А почему нет? Вот пока оно проплывает, вам нужно пол помыть.
Знаете, как интересно? Очень много других стимуляторов внутренних. Пока решаешь ты задачу, ты сейчас натираешь шкаф, какую-то задачу в голове, что-то понимаешь или песенку поешь. То есть стимулы для себя придумывать можно. Стимулы для себя придумывать можно. Вот, допустим, я сижу, фальцую, помню книгу, да? Фальцую, отпечатал, фальцую. Ну, собираю листочки, да? Странички. А моя супруга первая, она пошла в магазин там. И вот я думаю, надо вот мне дофальцевать вот эти вот стопки, пока она там ходит, продукты покупает. Вот как только она придет, я уже должен все собрать. И вы знаете, я вот собирал, потом она приходит и говорит: ну ты даешь, говорит, это ты меня водил. То есть ей было очень трудно вернуться быстро. То нужно, то туда пойти, то еще чего-то. А я держал в своем сознании, у меня был стимул, видите? И я все фальцевал и делал. И мне было так азартно и хорошо. Я научился играть в эти игры в голове своей. Я просто придумываю, что сейчас вот это делает, вот, допустим, вот эту стопку делают американцы, да, вот идет соревнование, я внутри играю сам с собой. А вот следующую стопку делают, допустим, там граждане Финляндии, там третью стопку там россияне собирают. Я могу положить часы и засекать время, кто какой результат покажет. То же самое количество листков, которые я фальцую, допустим. И у меня такой стимул возникает. Вы даже не представляете, причем я не на чьей стороне, но обязательно выигрывает Россия, это понятно. Ну, не совсем понятно. Я просто говорю правду, что стимулы у вас в голове. Научитесь жить в мире собственного сознания, и вам будет никакой разницы, для человека убирать или для себя. Вам будет всегда все делать интересно, потому что вы и так будете в удивительном мире жить. Послушаем следующий вопрос Ладаны. Справедливо ли такое выражение? Кому надо? Тот и делает. Кому надо, тот и делает. Ну, в общем-то, это правильное выражение. Почему нет? Если человеку что-то надо, он берет и делает. Но плох тот генерал, который делает все сам, а не солдаты его. Как говорят, плох тот директор, начальник, который делает все сам, а не его подчиненные. Понимаете? То есть, если человеку что-то надо, он, конечно, это будет делать. Но он может таким же образом повлиять на окружающую среду, на окружающих его людей, начиная с родственников, заканчивая друзьями и просто даже случайными людьми. И если он сможет их убедить в чем-то, найти для них необходимость организации физиологической активности, убедит их, что им это вот нужно для того-то, того-то и того-то, то они точно так же будут делать то, что было необходимо только ему. Понимаете? То есть здесь, конечно, я не могу вот прям вот маленькой этой передаче научить, как это делать вас всех. Приходите заниматься, вы у меня научитесь не только как делать, но и как и влиять на окружающую среду. Главное, что вот Ладана правильно сказала, кому надо, тот и делает. Но смотря как делает. Поэтому надо всегда делать не только самому, но и как начальнику. Хотя я вам скажу, что в идеале, это в божественном идеале, как Бог нам велел, все должно быть сделано твоими руками. Так сказал Господь. Все должно быть сделано твоими руками. Конечно же, существуют очень серьезные порядки работ, существуют грандиозные масштабные проекты, и все сделать самому невозможно. Но здесь же образно говорится руками. Что-то ты сделал, а что-то сделают другие, но ты убеди их в этом, найди для них стимул, покажи, укажи им этот стимул. И они заведутся так, что ты их еще будешь придерживать. Вожжи покупать придется, понимаете? Упряжку. Вот так. Так что в какой-то мере эта поговорка права, но я ее объяснил сейчас немножко по-другому. Не так, как, наверное, даже Ладана понимала. Ну что ж, следующий вопрос. Вот ситуация. У меня сосед воспитывался в чрезмерной опеке со стороны мамы и бабушки. Они, по сути, отнимали у него всяческую инициативу развиваться самому. Говорили ему с детства: «Не беги, а то упадешь. Подожди, пусть лучше тебя бабушка оденет». Или: «Нет, я тебя сама покормлю».
ну и так далее. Он вырос, и теперь его мама жалуется соседям, что сын вырос совсем ленивым и не самостоятельным, и что он без нее совсем пропадет. И вот моему удивлению в этой ситуации просто нет предела. Сын уже взрослый, а мама до сих пор за ним смотрит, как за маленьким, и навязывает ему свою заботу. Вот и задумываешься, так что же скрывается за таким поведением мам, бабушек? Может ли чрезмерная опека формировать лень в человеке? Еще как может Ладана формировать лень, так называемую, в человеке? Мы же о чем заговорили в самом начале нашей передачи? Мы заговорили о физиологической активности, правда, да? А тут Ладана как раз и объясняет, что нет предела возмущению о том, как развивался ее сосед. Ведь мама, постоянно заботясь о нем, вроде бы благое дело, отнимала у него каждый день его, Богом даденную, только ему физиологическую активность. И этот человек, естественно, уже привык к этому бардаку, к этому запущению. У него уже атрофировались мышцы, не только физиологические, вот физические, но и духовные уже. Он так и не накачал вот этого удовольствия поработать, что-то сделать самому. Он все время надеется, что за него кто-то что-то решит. Человек пассивен. Уважаемые родители, я считаю, что Ладана очень подняла хороший, важный, существенно важный вопрос. Нужна активность. Вот смотрите, с чем я сейчас постараюсь вас запараллелить здесь, в этой теме. 5 лет студенты учатся в институтах и университетах разных. Вы посмотрите, как они там учатся. Они же будущие, допустим, инженеры по строительству мостов, или железных дорог, космических кораблей. Ну, я большие масштабные беру проекты, а даже менеджеры, ну и так далее. Да? Значит, где у них активность, тем более физиологическая? Они что, уже ходят, наблюдая сборку этих кораблей, или собирают их, помогают, отрабатывают? Да никто нифига ничего не нарабатывает и не делает. Никаких стимуляций. Все 5 лет им в голову вдалбливают одно – чтобы отбить охоту работать в этой профессии. Совершенно. Именно это только и вдалбливают. То есть лишают физиологической активности. И большинство болезней люди зарабатывают именно сидячи на студенческих скамьях, так называемых. Сидячие. То есть они там 5 лет сидят. Понимаете? И привыкают к пассивности, что им вот дают и за них все решают. А их дело только повторить, слышите? Повторить. Кого воспитывают? Повторух мух. Кого воспитывают? Какие студенты выпускают? Тех, которые будут повторять. Те, которые будут как барашки только, да, не имея собственного мнения, вспоминать, что им сказали, и это подтверждать, понимаете? То есть никакой активности, никакого стимула для жизни. Поэтому я считаю, наши университеты и институты современные просто убивают людей. Именно их физиологическую активность. И нашему образованию, и вам, Владимир Владимирович, Путин, и Медведев. Задумайтесь. Менять все надо. Так жить дальше нельзя. Просто нельзя. Все нужно ставить на свои места. Такое образование смерти подобно. У нас нет совершенно настоящих специалистов, активных людей. Вот почему на лавочке никто не обращает внимания, почему на фонари никто не обращает внимания, почему казнократство возникает, воровство и так далее. Вот где собака зарыта, вы же сами вдалбливаете со школьной скамьи, с студенческой скамьи, не делая ничего, повторяя за мной, и причем повторяя так, чтобы вот повторил, забыл. Главное, отметку получить. И все. То есть это же вот и есть, чтобы быстрее. Главное, отсидеть на работе и смыться. Главное, отметку получить. Отсидеть на работе и смыться. Видите, какая логика потом по жизни-то возникает? Разве так можно жить? Все начинается именно с образования. Его менять надо. Срочно менять нужно.
Всеслав Маркович, вы говорите, что все, что есть, имеет свои плюсы и минусы. Подскажите, пожалуйста, в чем же плюсовая сторона лени? И может ли лень быть полезна? Кому и насколько? Не бывает так называемой лени без добра. Ну, хотя бы потому, что если человек какой-то ленится, вот сегодня Ладана привела пример насчет своего соседа, то ведь это же пример теперь услышали многие телезрители, да, и начали задумываться, как же они воспитывают своих детей, и чтобы не вляпаться в такую же ситуацию по жизни потом. То есть, видите, так называемая лень того человека, который участвовал в этом примере, сосед ее, ну, пусть по вине мамы своей он такой вырос, но все-таки его так называемая лень послужила уроком для... положительным уроком для многих других людей. Уже есть положительный эффект в лени, да? Поэтому абсолютно все отрицать нельзя. Какие-то места иногда даже нужно оставлять специально. Вот послевоенные, допустим, я помню, послевоенные здания, их не трогали в некоторых городах и оставляли для того, чтобы люди могли на них смотреть. Я сам еще ходил и видел эти все послевоенные здания. Вот. А потом их начали преображать, ремонтировать, и почти нигде не осталось ничего. Это, наверное, и плохо, а может и хорошо, но с другой стороны, какое-то время они сделали нужное дело. Они воспитали дух в поколение, который пошел по поколениям передаваться и до сих пор сегодня существует. Значит, какой еще может быть положительный эффект у лени? Давайте задумаемся с вами, уважаемые телезрители. Но смотрите, когда человек ленится какое-то время, а у него все валится из рук, и он уже умирает там и в ужасах живет, а потом вдруг он раз стимулируется, и у него есть с чем сравнить. Да? Он говорит, смотри, как он жил, и теперь как он живет. Опа, значит, получается... Есть плюс в лени для сравнения тоже. Вот я такой пример приведу. У меня одна соученица в Нижнем Новгороде занималась. Она бизнесменом была, хорошим бизнесменом. А потом вдруг начала пить, лениться, ничего не делать, забросила все. А девочка у нее, дочка, она жила у родственников. И вдруг она узнает, что девочка спит в одной комнате с сыном этих родственников, а сын ее уже 3 года насилует. Ну как насилует? Ну живут они, да? И когда она это узнала, нет, она не стала никуда заявлять там и так далее, потому что он тоже был не очень большого, как говорится, возраста. Она вырвала дочь, перестала пить, у нее стимул появился. И сказала себе, вот как она жила, и теперь как она живет уже, воспитывая дочь. Она подняла ее, дочь выросла и так далее. Все хорошо. Но у нее есть стимул. А теперь она имеет вывод. Она может кого-то научить, кому-то опыт передать, что вот так нельзя, не просто нельзя. А вот глаза ей посмотрят и поверят, понимаете? Вот это очень важные вещи. Поэтому в лени есть плюсы. А некоторые говорят, что, слава богу, что лень есть, она, значит, помогает какие-то изобретения делать. Так шутят. Вы знаете... В общем-то, это же не лень. Это не лень. Допустим, человеку не хочется вставать, переключать каналы телевизора. Раньше ПТК такой вот был ящичек там в телевизоре монтирован. И механически нужно было перещелкивать, чтобы эти 12 каналов, да, искать. А сейчас придумали пульт, пожалуйста. Бесчисленное множество каналов. И ты лежишь, говорится, и смотришь, и балдеешь. А с другой стороны... Вот эта так называемая лень вставать, переключать, придумал этот пульт, вроде бы положительно, да? А на самом деле этот пульт теперь воспитывает множество толстяков, которые лежат, хавают какую-то непонятие, кушают, да, какую-то пищу, вот, хрустят, как говорится, за ушами у них хрустит все, и нарабатывают свои жиры, животы, холестерины и умирают, и болеют. Ну как же, аптеки же должны кто-то... посещать и тратить деньги на них, на лекарства эти. То есть, получается, лень, как ни крути, даже вот такая, которая делает изобретение, в конечном итоге приводит очень часто к отрицательному. То есть, она все равно свой отпечаток оставляет
на изобретении. И это изобретение губительно. Поэтому от лени изобретения всегда дурные. Практически всегда дурные. Это мое личное мнение. Настоящее изобретение с горящими глазами. Когда это новатор, когда это ученый, когда это изобретатель. Я сам с детства изобретателем был. Любил разные делать вещицы. Я знаю, что это такое. И поэтому, когда духовное рвение, когда вот желание что-то сделать, это тогда и по-другому работает в жизни, когда ты открыл и сделал. А вот это вот от лени пульт придуманный, это только зараза, извините, в жизнь человека пришла. Только зараза, не больше того. Хотя вы скажете, ну как же, пульт, а потом еще третья, потом десятая, а потом труп. Потом у человека руки уже не нужны будут, надо только головой думать, и потом останется голова профессора Дойля. Я не хочу так сильно вас пугать. Но, в общем-то, я думаю, что каждый, сейчас слушая меня, кое-что для себя на ус намотал, и ответ я на этот вопрос сделал. Спасибо, Ладаня. Следующий вопрос. Мы все периодически отдыхаем. И вот удивительное дело. Поехал человек, скажем, на море. Вроде бы сменил обстановку, выспался, накупался. То есть отдохнул на полную катушку, как говорят. А после отдыха бывает трудно войти в прежний рабочий ритм. Человек жалуется, что собрать себя в кучу не может, что лень все делать. И что, выходит, не только отдохнул, но и разленился? Как распознать момент между необходимым отдыхом и ненужной ленью? У меня в Лондоне есть мой соученик Любомир. Он меня по интернету занимается. Он говорит, у них в Лондоне бытует такая поговорка, что человек поехал куда-то отдыхать, а потом приезжает и говорит начальнику, а теперь ему нужен отпуск от отдыха. Вы знаете, это, наверное, многие очень уже проходили и понимают на сегодняшний день, что во время отпуска человек часто так обленивается, что потом еще до следующего отпуска он только начинает набирать обороты нормального рабочего настроения. К сожалению или к счастью, но так часто встречается в жизни, бывает. Почему такое происходит, спрашивает Ладана, и как это преодолеть? Я вам скажу, что отдыхать нужно всегда как? Отвечу прямо. Никогда не отдыхайте. Вы что делаете? Отдыхать – это значит уже лениться. Кто это вам сказал? Отдыхать – это значит умирать. Вы что? Человек всегда должен работать. Всегда. Жизнь для того и дана, чтобы постоянно была физиологическая активность. А вот представьте себе, ваше сердце сказало, я ухожу в отпуск. Потом оно придет, а найдет она вас в живых? Нет, не найдет, конечно. Или ваша там печень, почки ушли в отпуск, а? Мозги. Моя одна знакомая из Казахстана говорит, мозг или мозги, вернитесь обратно, я все прощу, придумала. Значит, я вам еще раз говорю, что отпуска никогда не бывает и не должно быть. В природе его нет, и у вас не должно быть. Ну, я не знаю, допустим, вы поехали в отпуск, на самом деле, не отдыхать, а, скажем, сделать фотосессии своей семьи, себя, детей, бабушек, дедушек, ну, кого угодно. Или фотосессии той местности, где вы будете находиться. Ну, и параллельно вы будете как бы там загорать, купаться, там еще что-то делать, я не знаю. Но главное, что у вас есть идея этого так называемого отпуска, отдыха. На самом деле это будет не отдых, а продолжение развития. Вы не ушли в отпуск, вы продолжаете развиваться, все нормально. Вы активны, поэтому приедете домой и будете продолжать опять работать, и все будет хорошо. Вы будете в полнейшей форме, но вы отдохнули действительно от своей предыдущей работы. И будете с азартом делать ее теперь. Смена, как говорят, впечатлений, обстановки, это важно. Но не балдеж, не безделье, понимаете? Придумайте другую идею какую-то отпуска. Допустим, вы будете делать зарисовки для интернета, как люди, семейные особенно, пары, отдыхают, купаются, плавают, как они друг к другу относятся. И вот разные зарисовки делаете. И для интернета потом целый дневник выпускаете. Ну, уж так, да ради бога.
Ну, всегда должна быть какая-то работа. Нельзя отдыхать. Сердце у вас не уходит в отпуск. Вот, запомните это. И вы не должны быть в отпуске. Никогда. Следующий вопрос, Ладана. Интересная штука получается. Раньше, даже взять начало прошлого века, да, люди очень много времени отдавали быту в полной мере. То есть надо было и воды из колодца принести, и дров наколоть. И так люди и трудились от зари и до зари, как говорят. А сейчас, с развитием новейших технологий, быт упростился. Практически всем сейчас доступны и современные средства передвижения, и сотовая связь, и бытовые приборы. А времени у человека все меньше. Как-то странно получается. Одни приборы быта экономят это время, то есть пылесосы, печки, стиральные машинки. А другая техника забирает это время. Телевизор, компьютерные развлекалки, игры. И как-то странно выходит. Вот вроде бы и техника все современнее, а времени у человека все меньше. И снова дела у людей стопорятся. Так какая же подлинная цель у современных технологий? Какая цель будет у современных технологий в новой эре всемирного сознания? А никакой цели может и не быть, Ладана. Дело в том, что существует как бы три направления у современных технологий, так называемых. Это деньги, то есть заработать побольше денег. Это страсть ученого, который что-то изобретает и делает, и хочет увидеть, как пользуется его продуктом, который он изготовил и открыл. И что от лени. Ну, не хочет он идти включать там ПТК, переключать каналы, ему пульт нужно изобрести, понимаете? То есть вот это вот три ипостаси, три вот дороги для того, чтобы что-то открывать и потом этим же и пользоваться. А почему, вот все современные технологии тормозят и, с другой стороны, помогают жить? Тормозят жизнь и помогают жить. Вот давайте посмотрим с вами правде в глаза. Надо уметь правильно всем этим пользоваться. Я часто слышу, а я не смотрю этот зомби-ящик, на телевизор так говорят, а он мне 100 лет не нужен. Ну, вы знаете, вообще не смотреть, не пользоваться, ну, наверное, это тоже неправильно, это как на телеге жить, да? А смотреть с утра до вечера, это тоже ерунда, неправильно. Значит, тогда что? Нужно просто знать, что тебе смотреть. Кто-то смотрит новости, причем по определенной теме. Кто-то смотрит биржевые новости, кто-то смотрит путешествия, причем определенные, может, путешествия, кто-то еще чего-то. И причем не всегда, а в определенное время и не так часто. Но это нормально? Конечно, нормально. Это современно и правильно. То есть главное держать в узде, да, в управлении все вот эти вот балдежи, даже там стрелялки, игралки там и так далее. Если ты уж совсем такой вот игроман, ну ты можешь себе позволить пару раз в неделю, там на часик-два поиграть в это, даже если ты взрослый человек, но не более того. То есть умей этим, этой страстью управлять. И тогда это будет только стимулировать. Опять же, когда ты садишься за стрелялки, то есть если ты просто уходишь в этот сюжет стрелялки и отдаешься его влиянию на тебя, на твою жизнь, на формирование твоей жизни, то это будет неправильно. Мало ли, что там какой смысл заложили в эту стрелялку. В основном плохие смыслы. А если ты садишься туда, допустим, чтобы внимание отработать, да? Чтобы вот сейчас ты стреляешь там, да? В это время нарабатываешь, чтобы вовремя реагировать на покупателей. Ты менеджер, понимаете? Вовремя реагировать на покупателей. И еще мыслить в это время, что, кому, как сказать. Тогда что? В этой стрелялке ты не просто отдаешься какому-то там сюжету, а ты развиваешься, и ты придешь на работу, и у тебя будут совершенно другие возможности. Ты вырастешь как профессионал. Опять подчеркиваю, это авторские изобретения. Чтобы вот не было краденого. Вот в этой передаче, да, это авторское.
Только с моим письменным разрешением можете пользоваться. Или в собственной жизни, пожалуйста. А уж за деньги тем более запрещено, да? Я только маленькие секреты открываю. Маленькие секреты, и вы уже почувствовали, что я прав. То есть можно продолжать играть в стрелялки, но не с утра до вечера, еще раз подчеркиваю, а в узде держать их в определенное время. Ну и так далее. Другим подробностям я научу, приходите заниматься, я все расскажу вам, по полочкам разложим. А вот насчет новой эры всемирного сознания, Ладана задала вопрос, как там технологии будут. Ну там совсем другие будут технологии, ведь новая эра всемирного сознания поведет человечество к плоской земле. То есть землю мы распласкатим, и можно будет ехать на джипе, да, в любую эпоху. Все будет как мир сознания, все будет менять свои формы только при помощи мыслей и так далее и тому подобное. То есть это будут совершенно другие, это будут совершенно другие технологии. И вот этих вот пультов там и так далее, этого будет мало или вообще не будет совершенно практически. Все будет в голове человека. К этому будет вести новая эра всемирного сознания. Следующий вопрос, Ладана. Я удивлена, насколько люди все разные. И ведь с ними нужно как-то уживаться, особенно если приходится часто общаться. Так как же вести себя с ленивыми людьми? Надо ли вообще с ними общаться? Как помочь своим детям преодолевать состояние лени? В вашей книге «Энергоджин» есть упражнение, которое так и называется «Слепок лени». Так что же можно ожидать от проведения данного упражнения? Возможно ли наработать своего рода иммунитет к лени, чтобы это состояние больше никогда не касалось свободного течения жизни человека? Ладана спрашивает, как жить с ленивыми людьми, в том числе, как помочь детям преодолевать лень. Я, конечно, могу научить и как детям преодолеть лень, чтобы могли вот родители, бабушки, дедушки помогать им в этом непростом деле. И как уживаться. Очень много подробностей могу вам преподнести на занятиях. Приходите заниматься. Но здесь все-таки в передаче кое-что скажу. Как уживаться с людьми? Ну, во-первых, не надо акцентировать внимание на том, что человек ленив. Ну, вы видите это, ну и нормально. Не обращайте внимания. Вот он ленив, у него потертый грязный пиджак, хотя его можно постирать, выгладить, и все будет чисто. А он ходит в нем, джинсы заплеванные, замызганные, от них уже пахнет нехорошо, а он все в них ходит. Одно дело модные дырки, другое дело, когда они... Понимаете, да, в каком состоянии? То есть не надо ничего говорить. Просто вообще берите и не общайтесь с таким человеком. Или не обращайте внимания, или не общайтесь. Когда вы перестанете с ним общаться, или он вдруг заметит, что не так, и спросит, вы можете смело ему сказать, извини, пожалуйста, от твоих джинсов очень плохо пахнет, и мне неприятно. Я хотел бы с тобой общаться, но вот так... Раз ты сам этого не понимаешь, я вынужден сказать тебе или вынуждена сказать. Ну, по обстоятельствам смотрите, да, или вообще уйдите в свои дела, в свою жизнь и забудьте об этом человеке. То есть никогда не навязывайте, никогда не указывайте в носом, не тычьте, ни в коем разе, а то сами там окажется, можете оказаться, понимаете? Окажетесь. Не надо этого делать. То есть надо всегда или дождаться, когда этот человек спросит, или же просто сказать, когда на его вопрос ответить, почему вы не хотите, или почему не хотите с ним общаться, или почему вы так с ним общаетесь, а не иначе. Другое дело с ребенком. Да, там надо, конечно же, стимулировать. Слышали? Стимулировать. То есть нужно увидеть, что человек любит. Нужно с ним играть, в игру все превращать, в соревнования. Дети очень любят соревноваться. Как со взрослыми, так и со сверстниками, с животными и так далее. То есть включайте игру, соревнования во время того, как он уроки делает, во время того, как он физзарядку делает, для чего эта физзарядка, ну и так далее. То есть научите ребенка соревноваться, но в хорошем смысле слова, а не локтями всех отшвыривать, да, от кормушки.
Поставьте ему цели, задачи. Научите его создавать цели и задачи и устремляться к ним по развитию. Ну, это вот пока в двух словах я могу сказать в этой передаче, в рамках этой передачи. Всеслав Маркович, огромное вам спасибо за ответы. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я очень благодарен Ладане. Спасибо за интересные вопросы. Я постарался почти на все вопросы ответить. Может, не так масштабно, как хотелось бы Ладане и мне, но передача и так получилась немаленькая. Пожалуйста, подписывайтесь, уважаемые телезрители, на наш канал телевизионный. Подписывайтесь у меня на блоге, подписывайтесь на канале на Ютубе, и вы будете первыми видеть самые новые передачи. Напоминаю, что у нас отдельный канал открылся, отдельный сайт nefs.tv. Пожалуйста, посещайте его, он пока совершенствуется. И еще раз все-таки делаю анонс. У нас к Новому году готовится выпуск квантового календаря. Календаря новой эры всемирного сознания. Где-то к числу 29-му этот календарь выйдет. Будет в блоге, на сайте. Мы постараемся снять отдельную передачу. Будете смотреть ее. Все объяснить подробно. Постараемся в этой передаче, как пользоваться этим календарем, как жить не 100 лет, а 400, 1 к 4 по этому календарю. Ну что ж, мира и добра вам. До встречи в следующих передачах.